Ладно, ребята, мы признаемся честно, сегодняшний концерт нам дается с трудом. Мы уже не столь юные люди, хотя с некоторыми исключениями. А и у нас тоже случаются дни рождения. Вот, например, сегодня на календаре 24 февраля. Буквально вчера мы праздновали очередное 20-летие Николай Стравинский, он же вечно... Мне всегда 19, Димон. У меня идеальное тело. Но он желает оставаться 16-летним. 19-летие по старому стилю 27-летия. Ну да. Это далось нам нелегко. 2 дня в Таллине. А Таллин, смеем вас заверить, место, в котором дни рождения даются нелегко. Хотя почему? Как раз таки дни рождения даются легко, а вот концерт на следующий день – это не самое простое занятие. Но это еще не все. Позавчера, за день до очередного 19-летия Николая Стравинского, состоялся мой собственный день рождения. С чем я вас, пацаны и девчонки, от всей души поздравляю! Выбор-то было немало. Если бы с нами в этой гастрольной поездке был наш друг, соратник и партнер по группе «Ракеты из России» Николай Богданов из группы «Радио Чача», это означало бы, что за день до моего дня рождения, 21 февраля, мы бы также отмечали этот самый день рождения. Но я вам хочу сказать, что мы его таки отмечали. Пускай даже без Николая Богданова. Как многие, наверное, из вас знают, за день до Николая Богданова родился Курт Кобейн, наш друг, коллега и кумир. Что там отмечал, кто ты мне здесь, я точно не скажу, но в тот же день родилась Люсине Геворкян, певица группы «Луна». Рюмку за Люсю, рюмку за Курта. За Люсю, за Курта. Сами понимаете, в какой мы нынче кондиции. Может быть, этот концерт вам кажется не слишком энергичным, но нам он кажется очень энергичным. 19 февраля родился Егор Летов. Занят у него Бернштейн. Чьи фамилии названы Герцы? Герц. Родился в день Люсины Геворкян. 19-го умер Лето. И сами понимаете, что началось. И так далее. Короче, февраль был тяжелым месяцем. И он продолжается еще. Слава Богу, что это короткий месяц. Не очень длинный. 19... Поэтому, чуваки и девчонки, просим относиться к нам сегодня со снисхождением. У нас здесь уже сердца вырываются наружу и почки отказывают. Поэтому у нас впереди 5 самых жирных песен в сегодняшнем концерте. После чего мы с вами распрощаемся. И с вами тоже. Короче говоря, прямо сейчас новейшая песня под названием «Разжигай костры». Да, может мое.
Сирия, место для меня и прощения. Yeah!